Ну, вот хотя бы не инба, на мой взгляд. Да, он играет через точки. Окей. Нет, с ними играть я не буду. Так, да, с этими можно. Ну, это мы точно сбрасываем. Здесь тоже все сбрасываем. А, может, сейчас хоть зайдут спылы или листочек с движения. Два, один. 1-3, надо. Четвертую надо. А где? А, у меня двоечка. У меня двоечка. Да. Что у нас по спеллам? Один спелл и куча апгрейдов. Да капец. Типа сыграйте два спала, да? Угу. Давай поагрессивнее сыграем. Привет, привет. Мы начнем.
Да. А здесь мне еще и добьют. Ладно, мы хотя бы сыграли один спелл. Нет. Ну тогда же я пёселя убью. Он его ставит здесь. Вот. Окей. Передаем ход. Становимся на горда. Вообще надо было этим на горда становиться, да? Ну, что понятно. Хотя эти мы, наверное, будем в конце. Ну и на горда надо было им становиться. Ладно. Ладно. Так, что он сбросил? Смотрим, что нам придет. Да, да, используй. Почти. Хотя хватило. Да, есть такое. Ну почти, почти. Получилось. Ну, это не получилось. Да. Наверное, это придется сбрасывать. И бурю тоже сбрасывать. Повезло, что он меня не оттолкнул. Возможно, у него воспрещение.
Так, сбросить. Буллет точно сбрасываем. Так, пятеру. Где же пятера? Пятера, кстати, рядом. Две цели, да, удерживает, ну ладно. Так, что нам пришло? Найти нельзя играть. Размеренный удар. Ну да, наверное, Целестуса пойдем бить. Да, то, что он Слика потерял, сильно решает. Так, вроде мы выиграли. Да, мы и начнем. Так, а что мы тогда не выполним вот эту? Да. Ну да, не выполним. Чего уж. Так, один готов. Окнут. Окей. Ладно, пока пас. Пока пас. Ну, тут нам... Да, мы два раза попали. Так. Что-то он не то играет. Плюс один кубик. А, ну тогда то. А, давай. Раз мы уже двоих выбили. Ну, пока непонятно, что делать. Размеренный удар, да, не получился. Но эти меня сейчас будут стрелять. Блин, он все-таки хочет на эту точечку, да? Окей. Тогда мы двигаем их. Минус один кубик, да? Это неприятно. Так, нам нужно сдвинуть вот эту. Но мы ее никак не двигаем, да? Ну, нормально.
Блин, я не... Надо было... ясно. Тупанул. Ладно. Сейчас он будет чаржить сюда, но я его достаю. Ну пока да, мне везет на кубики. Тут я лоханулся, я не подумал, что это уже... Да, нужно было играть до. Так, а вот и пригодилось. Да, нет смысла сюда становиться. Просто бьем. Да. Лучше сдать 12 точечки. Ну, по мне попасть тяжело. У меня 3 куба защиты. А реролл кубиков, да, уже нету. Да, нам все равно ничего больше не остается. Ладно, это будем играть по-другому. Если у нас ничего не сыграло, это мы сбрасываем. Это мы оставляем. Да, 3 куба пробить не так-то и просто. Да, мог сюда убежать. Или нет? Нет, не мог. А, вообще мог, да. Ладно. Сюда, да? Оставим. Не знаю, что у нас там осталось. Так, сыграть. А, сбросить, да? Вот это нам не нужно. Это нам не нужно. Наверное, тоже не нужно. Так, нам нужно выжить. Множество фронтов.
Не самое простое. У нас большая ставка на вот этого по... Оу. Оу. Нам нужно убить, у нас нет Глорика. Это плохо. Так, Апус, что у нас реролит? Сюда, да? Туда? Ты ж не добегаешь. Давай. Выжить — это не такой простой квест. Кстати, эту карту мы точно не сыграем. Уже плюс один, да? Все, меня в принципе убивает с одного удара. А этот тоже. Интересно, интересно. У нас есть рерол на атаку. Это радует. То есть, вероятно, я все-таки его убью. Да, он меня убил. Или нет? А нет, два бумага. Так, нам нужно его убить. Правильно? Правильно. Плюс одна атака. Да, один рерол. Вылечивать. Ну, это ладно. Так, буду я или я его бить? Да, наверное, нет. Толкнешь, да? Чего? Толкнуть, окей. Так, пусуем и идем бить. Что у него? Один урон, да? Неприятно. Ладно, нам все равно делать нечего. Двоечка, да? Окей. Ну тогда держись.
Так, так у нас нету Горика. Чтобы это все сыграть. Но мы все равно будем бить, чё? Неплохо получилось. Если он не атакует, то он, скорее всего, огребает. А, он может отсюда выстрелить, да? Но выстрел ему особо ничего не даст. Да, ему нужно 2-4, 100%. Вопрос, что ему еще нужно? Так, у него еще один Глорик есть. В принципе, Ready for Action может быть. Да, но 2-4 ему вроде как нужно после моей активации. А он ходит первый. Так что все возможно, да. Не самый плохой ход для нас. Раз, два, три. Интересно, а может не смогу здесь стрелять? Здесь же барьер. Черт. А, ну он тоже не сможет. Тогда. Нет, можно. Да, повезло. Кубики за прошлые игры дают мне отыграться. Я еще сюда и доведу. Но у меня был рерол еще. Thank you.
нам нужно еще сюда добежать, да? Нас не интересует. Ну что сейчас за комбо будет? Одна карточка осталась у него. Сдался? У меня же все герои. Или нет?